Всем привет, с вами Александр, и сегодня мы посмотрим новую модификацию на Сталкера. Новая модификация на Сталкера, а именно на Сталкера Зов Припяти. Называется эта модификация «Пространственная аномалия». Также хочу уточнить, что модификация находится на стадии бета-тестирования. Возможно, какие-то лаги, проблемы с игрой. Так что играйте на свое усмотрение. Мод будет допиливаться. Говорят, что он очень короткий. Так, давайте смотреть. Так, Сталкер, наконец-то очнулся. Я так рад, и мы все рады. Новый человек, сколько времени прошло? Как самочувствие? Чей будешь? Башка просто раскалывается. Подожди, где я? Что случилось? Зверь я, наемник. А ты кто такой? Я лютый, по крайней мере, был им когда-то. Где мы сейчас, не знаю. Мистическое место какое-то. Давно уже здесь торчим. Куда бы ни шли, всегда к этому сараю возвращаемся. Первое время еще держались кое-как, но потом, когда патроны кончаться начали. В общем, туго нам приходится сейчас. Мутанты все прут и прут. Хрен его знает, как они сюда путь находят. А голова пройдет, не беспокойся. Со всеми нами поначалу так было. Ты не представляешь, как давно мы не видели чужаков. Мы уж подумали, что с ума сойдем. А тут ты объявился. Теперь точно... выберемся отсюда. Ты ведь знаешь, как выйти из этой хреновины. Подожди, что ты несешь? Какое мистическое место? Я не знаю, мужик. Мы пытались отсюда выбраться, но постоянно возвращались назад. Так ты не знаешь дороги назад? Да я даже не знаю, как сюда попал. Вспомнить не могу. Черт бы его побрал, что это за место? Что же нам делать? Без еды и патронов мы долго не протянем здесь. Уж почти 2 месяца здесь не появляются новые сталкеры. Обычно они гибли в аномалиях, и мы жили за их счет. Но теперь еще и падальщик куда-то исчез. Кто такой падальщик? Если бы не падальщик, он говорит, давно бы нас уже не было. Он прочесывал местность и собирал с трупа все вокруг. Чем те богаты были. А 2 дня назад ушел и так и не вернулся. Да, плохи дела. Давай позже о нем поговорим. Ладно, нам бы его разыскать. Без него мы долго не протянем. Придумаем что-нибудь, не переживай. Сейчас в первую очередь нам нужно зомбированных уничтожить неподалеку. А то они скоро к нам доберутся. У тебя ведь патроны к калашу имеются. Были вроде, перед тем, как я здесь очухался. Тогда дай мне 2 пачки. А я их москиту отнесу. Он хороший стрелок. Вместе с ними мы справимся. Понял, держи патроны. Слушай, москит. Бери зверя и дуйте к зомбированным. Их нужно уничтожить любой ценой, либо они скоро окажутся у нас на базе. Патроны свои можешь выстреливать. Зверь дал нам немного. Ну все, не прощаюсь. Надеюсь, еще увидимся. Ну что, идем? Тогда иди вперед, я прикрою тебя сзади. Да, видимо, у нас есть калашик модифицированный. 2 пачки патронов. Что еще? Это что? Это, скорее всего... Не знаю... А, личный блокнот. Иногда мне необходимо записать кое-куда свои мысли. Бумага все стерпит. Да, такая есть поговорка. Так, это ты нам говорил, куда-то идти, да? И что мы видим? Мы наемник-зверь, который оказались в некой пространственной аномалии, откуда не могут выходить и... Вернее, не могут выйти сталкеры. Входить сюда кто-то мог когда-то, но даже сталкеры перестали здесь появляться, и у них все плохо. Так, давай веди. Лютый сказал, что необходимо уничтожить зомбированных неподалеку. Нужно сделать это. Техник есть. Личный ящик есть. Хорошо. Давайте посмотрим, что там за зомби.
Ну, привет. Привет, привет. Так, а тот товарищ-то не идет с нами? Где он? Ладно. Направимся на точку. Гранатовую у нас нету. Интересно, они будут открывать огонь? Получай гранату! Парни, не расслабляемся. Ну, это было легко, ребят. Это было очень легко. Так, вау. Смотрите, сколько всего. Так, прочитать найденную записку. Хорошо, сейчас я этих обутаю, товарищи. Кстати, в модификации, по-моему, слишком широкий угол обзора. Так, прочитать записку. Записка. Использовать. Вот же, блин, понесла меня нелегкая в Припять. Лучше бы сидел себе в баре. Да Егоря бы не знал. Командир послал нас аномалию какую-то проверить. Возле старого КБО. Что-то типа пространственной аномалии. Если бы я тогда знал, что нас ждет, не пошел бы туда никогда. Поначалу все спокойно вроде было, а потом, когда мутанты со всех щелей повалили на нас, мы со страху в эту аномалию и сиганули. Очнулись уже здесь, в этом месте. Куда бы ни шли, всегда возвращаемся обратно, к этому сараю. Сколько это будет продолжаться? Думаю, это конец. Живым отсюда точно не выбраться. Патроны на исходе, долго мы без них не протянем. Хорошо. То есть эти зомбари были когда-то сталкерами. Коля Романтик, зомбированный, да. В записке я обнаружил довольно-таки полезную информацию. Нужно рассказать об этом лютому. Я еще много чего обнаружил. Разрядить. Так, состояние. Состояние, это что у нас? Соловина. Отлично. Сейчас его тоже пока разрядим. Разрядить все это мы забарыжим, конечно же. Пока останемся со штормом. Модификация. Именной модифицированный АКС-74-2У. Ладно, это все лирика. Возвращаемся к лютому. Найдем торговца, лишнее продадим. Кстати, вроде мод не подвисает. Возможно, локация маленькая. Я потерял тебя из виду, вернись ко мне. Брат, ты что, сам не дойдешь? Все, я вижу тебя, продолжаем движение. Только не уходи далеко. Подыхаться стали мы быстрее, потому что присутствует перегруз. Так, смотрим пока. Сюжетик. Слушаю тебя. Какой-то все-таки у нас появляется новый. Ну что там, звери? Справились с зомбированными? Какие новости? Да, зомбированные успешно нейтрализованы. Москит не пострадал. Но это было очень легко. Отличные новости, звери. Нашли там что-то интересное. Да, все зомбированные прижали к группировке долг. У одного из них в рюкзаке я нашел записку. И что там написано? Там описывается это место. Мы сейчас здесь находимся внутри какой-то аномалии. Долговец, бывший, назвал эту аномалию пространственной. Я слышал раньше о подобном. То есть зверь слышал о таких аномалиях. Пространственная аномалия, говоришь? И как выбраться отсюда, там не написано? Нет, кстати, у меня вопрос. А как сюда попали зомбированные? Да, действительно. Контролер! Какого? А что? Осторожно! Я опять! Контролер? Не балуй! Оружие спрячь! Какой-то легкий контролер оказался. Вот интересно. Вот, значит, откуда были зомбированы эти. Неожиданный гость к нам на огонек заглянул, однако. Спасибо за помощь в уничтожении зверя. Уничтожение зверя, зверь. Я этого не забуду. Сейчас я тебе помог, поможешь и ты мне. Нет за что благодарить, лютый. Ну как нет за что? Ладно, нужно выбираться отсюда, а то я чувствую, сюда скоро псевдогиганты попрут. Придумаем что-то. Я попытаюсь найти выход отсюда. У тебя ко мне есть еще что-нибудь? Да, зверь. Помнишь, я говорил тебе о падальщике?
Это тот, что с трупов хабар собирал и нам приносил. Да, конечно, помню. Да, падальщик пропал 2 дня назад примерно. Слышал какой-то сигнал неподалеку от базы. Пошел проверить и не вернулся назад. Я его на поиски ребят отправил. Резака и москиты. Они вместо него нашли тебя. Но я рад, что ты появился. Зомбированный помог и с контролером. С патронами подсобил. Спасибо тебе за этот зверь. Не благодари лишнее. Я прочешу местность, может, что-нибудь найду. Да. Буду рад, если найдешь. Падальщик был хорошим сталкером, помог очень сильно. Нам, ну, это все по одному и тому же кругу. Я понял, что падальщик был хорошим. Если найду, то сообщу тебе. Все, собственно, так. Какие у меня задания? В блокнот добавлена новая запись. Блокнот. Персональный блокнот. Использовать. Я одолел этих проклятых зомбированных. Эх, Зона, что же с людьми ты делаешь? Они тебя породили. Думаю, Лютому... Так, это понятно. Все, Лютому будет интересно. Тайники, локации, важные объекты. Список заданий. Найти падальщика. Пространство, найти выход из аномалии. Хорошо. Ты кто? Приветствую, наемник. Меня зовут Резак. Я здесь чуть дольше тебя нахожусь. 5 дней назад я очнулся в этом месте. Кстати, до этого сарая именно я тебя на своем горбу тащил. Пришел бы минутой позже, и все. Полакомились бы тобой собачки. Ну, спасибо тогда, что спас меня. Меня зверем кличут. Да ладно, тебе не нужно. Помнишь, помощь мне твоя нужна. Поможешь? Без проблем. Что тебе нужно? Деловой разговор. В общем... Радиопередатчик нам нужен. Но необычно, с передачей на большое расстояние. С помощью такого мне удастся отправить сигнал за границу аномалии. Поможешь мне? Да, помогу, если найду такой радиопередатчик. И притащу его тебе. Найти передатчик. Поиск падальщика, найти передатчик. Да, кстати, помните, в оригинальной игре это личные вещи. Это кто у нас? Ты скупаешь поврежденное оружие. Пистолеты. Забирай. Отлично. Пистолеты. Забирай все. Автоматы гадюка. Забирай гадюку. Так, а что у нас? Какие АКМы? Свой бы АКМ не продать. Так, еще вроде там 2 пистолета. Странная система торговли. Ладно, пока я сложу вещи в личный ящик. Надеюсь, никто их не заберет. С собой возьму также вот эту штучку. В принципе, патроны на гадюку нам не нужны. Этого тоже много. Так, кто у нас еще здесь есть? Какой-то старик, что тебе нужно, бывай. Слушай, здесь, спасибо, что подсобил, зомбирован. Ты сейчас не занят, дело к тебе имеется. Нет, не занят, что ты хотел? В общем, у меня здесь лежит неподалеке, в схроне СВД. Хорошая снайперка, но патронов у меня к ней кот наплакал. Можешь поискать для меня патроны к ней? Найди для начала пачку хотя бы. Взамен я тебе дам патроны калашу, у меня как раз заначка появилась. Да я деньжат сверху накину. Ну что, поможешь? Помогу, не боюсь. Так. То есть, этот товарищ говорил, что у нас с патронами напряг. А у этого... Есть... Патроны в тайнике для калаша. Так. Здесь я разогнался сильно. Нельзя так бегать по зоне. Слушайте, еще одну вещь. Заметили, да? Мод называется «Пространственная аномалия». И в оригинальной игре, помните, был квест, нужно было помочь долговцам выйти из этой пространственной аномалии. Вот 4 долговца здесь и были. Так, там баллон с газом, ничего интересного. Нам нужно найти падальщика, да?
Я запустил игру первый раз, поэтому... Поэтому где и кого искать, я не знаю. Давайте по-быстрому сейчас я пробегусь. Если меня заинтересует эта модификация или вас, я думаю, ее можно будет пройти. Так, где болты у нас? Локация не виснет, потому что она, видите, небольшая. Насколько я понял. Хотя могу и ошибаться. Так, нет ничего. Он говорил, что... Залетел все-таки. Он говорил, что падальщик... Падальщик пропал в том месте, где меня нашли. Неподалеку. Сколько у нас аптечек? 8 штук. В принципе, можно использовать. Так. 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 Все ясно. Это, соответственно, есть выход с локации. И нас будет перекидывать постоянно к сараю. Но все-таки вопрос остается. Да что такое, а? Это просто... Я хочу побыстрее найти падальщика, посмотреть, что дальше будет. Да, вот есть такой заборчик, за который, я надеюсь, нас пустят. Или что? Что нам делать? Ладно, ребят, я думаю, на этом заканчивать. У нас есть квест, и я побегаю. Если меня дальнейшее заинтересует, именно то, что будет интересно в плане прохождения, может быть, какой-то будет замечательный новый оригинальный сюжет. А с вами был Александр. Всем спасибо, всем пока.